А перед началом данного ролика советую посетить канал Арпикса. На нем вы найдете много качественных и смешных роликов по CSGO, троллинг Сильвер, испытания в CSGO Патруль и многие другие видео уже ждут вас на его канале. Заходи и получай свою порцию позитива. Ссылка на канал в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Кофи и Овер, и сегодня мы будем проходить что-то необычное в CSGO. Всем привет, ребята! В общем-то, сегодня мы заходим таки с Димоном, ребята, в мастерскую CSGO, и мы были как бы в поисках чего-то нового, какой-нибудь кооперативной карты. И, в общем-то, на наши глаза бросается вот такая вот прикольная мапа под названием «Где воли?». И мы как раз-таки, когда ее нашли, мы вспомнили, ребята, наше детство, потому что, не знаю, как у вас, ребятки, но у меня была такая книга, у меня под тоже названием была. «Где воли?». Вот, и в чем же заключался смысл этой книги? В общем, там был все время один и тот же чувак. Вот давайте я сейчас покажу. Он у нас прятается. Вот, вот так он одет. То есть, видите, такая полосатая кофточка, голубые такие штаны. И трость опирается, у него еще, да. И опирается он все время на трость. И там, в общем, была, были такие иллюстрации, было очень много картинок, и нужно было его найти среди всех, среди всего, как бы, вот. И это было очень трудно, потому что, ребята, вы сами сейчас все увидите, как бы. Вот, ну, мы, ребята, запускаем эту карту в первый раз, поэтому, че, братан, давай. Давай, погнали. Да. Запустим ее так, чё? А куда, налево, так, направо? Налево, направо, я не знаю, давай. Не-не-не, вот туда вот, наверное. И сюда, да? Так, так. Окей, давай тогда, ого. А, так, ну вот, смотри, сверху вот эти картиночки уже видно. Да, только, ребята, искать, ну, мы когда, вот прежде чем скачать карту, мы смотрели в мастерской скриншоты. Так, значит, смотрите, Воли, он как бы у нас криминальный такой перец, а мы, скажем так, играем за полицию, за за расследователей. Угу. Вот, и наша работа как бы найти его. Вот, ну и тут получается так. Итак, если вы думаете, что вы нашли Воли, то стреляйте как бы в него. Вот, и если это все правильно вы нашли его, то вы увидите это. Там, так, ну что, вот. Да, все, в так, принципе, смотри, понятно. Я не знаю, ты что, муху или... Да, я, наверное, с мухой буду. Я с ВП возьму. Ну давай. Так, ну что, давай тогда погнали в первую у нас локацию, ребята. Вот, что-то уже вот я вспоминаю такое. Это жесть, друзья, это просто жесть. Пишите в комментариях, сколько раз мы могли уже пропустить его, потому что я не знаю, где вообще искать его, и реально... Так, ну надо начать, наверное, с угла, я попробую. Блин, вот это жестко. Так, вот. Я пока ничего не вижу, так, пока... Тут надо быть вообще таким внимательным же, да? Да, очень внимательно надо все смотреть. Прям очень-очень. Здесь я ничего не вижу, по крайней мере, еще пока что так. Здесь я вернулся на ту же самую улицу. Так. Ну, блин, а где же он? Офигеть. Может, где-нибудь в окне. Так. Оу, угу. Так. Блин, ребята, я пока вообще не вижу ничего я такого. Я тоже. Так, где же он может быть? Так, вот я нашел какого-то чувака с тростью, он на рынке, смотри, снизу. Только это не он, у него не полосатая такая кофточка. А я даже... А, так. Вот, да, нашел с тростью тоже, но это не он, походу, да. Так. Блин, где же он? А, вот он, смотри, вот, смотри. У где, здания где? С луком стоит у мотоцикла. А, да, нашел, вот, точно. Он, смотри. Не очень сложно, давай. Оу. Отлично, так, хорош, смотри, хорош. Все, да, звук такой победы, типа, ребята, окей. Так, смотри, здесь какая-то дверь сломалась. А что там? А я не знаю, что там, ребята, мы это узнаем, когда отыщем на всех этих картах Вали. Да. Или как, Воли. Воли, да. Так, все, давай, значит, сколько у нас еще? 5 карт осталось, погнали тогда в эту. Пойдем. Ё-моё! О, а вот здесь уже, вот здесь это... уже сложнее. Жесть. О, как тут вообще искать-то его? Офигеть. Тут столько всего, это жесть, ребята. Ой, я подумал, что это он, а это платье, короче, похоже, прям так капец. А, понял. Жесть. Офигеть. Так. И где его искать? Я не знаю, у меня просто разбегаются глаза, ребята, реально. Ну-ка. Офигеть, нет. Я не знаю, так, где его искать. Да просто, я так, давай, короче, ты будешь с левого угла, давай, а я справа. Давай. Так, блин, это жопа. Вот это реально сложно, ребята, уже не то, что в первой карте у нас. Ну-ка. Даже похожих не вижу, вот. Офигеть. Вообще, реально даже похожих нет, это... Какой уровень сложности нам включили? Так, смотри. Ну-ка. Нашел? Смотри, братан, иди сюда. Так, давай. Так, блин, я потерял. О, блин, подожди, где-то здесь был. Где-то здесь. Там, вот, смотри, короче, видишь, вот тут тоже полосатая кофточка такая есть. Но это, по-моему, не он, потому что это девушка какая-то. А, вот, нашел, да. Где шляпа? Это не он. Не-не-не, это не он. Нет, похож. Видите, волосы такие длинные, а у него, Воля, нет таких волос длинных.
Похож. И трости нет еще, видишь? Так да. Бы трость видна, наверное. А, во-во-во, погоди, смотри. Что, нашел? Да, смотри. А, иди ко мне, он не так. Он. Вот видишь лошадь и прямо по голове веди. И найдешь вот. А, вот он. Да, давай. Отлично. Да, все, ребята, второе воле мы нашли, отлично. Супер, так. Супер, пойдем дальше. О, все, стеночка о-о. Ломается сильнее. Да? Так, ох, ё-моё, смотри, тут карта чисто такая насыщенная красками, что, я не знаю, прям... Ой, капец. Запутать нас, да, так я не знаю. У меня аж прям это, знаешь, глаза... Давай так... по той же тактике, ты слева угла, я справа. Давай, будем так делать. А снизу там что, снизу ничего. Так, окей. Я не знаю, тут даже приближать так неудобно, я прям вот так смотрю, без прицела. Ну, кстати, да, тут такая карта, она, знаешь, такая большая, скажем так. Угу. Так, и... Финка, точнее, так... Офигеть. Тут еще, знаешь, в цвет кофточки сделано так много да, всего. Да. Офигеть. Специально, чтобы запутать нас, ребят. Угу. Знаете? Блин, это жесть. Это прям жесть. Так. Я блин, прям вообще нашел, не вижу. Не, я не вижу. Если б нашел, я бы уже закричал тут от радости. А блин, ну я все-таки с прицелом буду, потому что с прицелом, как бы, тут ты хотя бы разглядеть можешь. Ну да. О, братан! Нашел, погоди, где? Нашел, вот он, смотри. А вторая труба идет, и посередине на этой второй трубе, прям снизу. Это вот он так сныкан? А. Офигеть, ничего себе. Ребята, если что, мы, кстати, оставим ссылочку на эту карту, так что вы тоже можете поиграть. Так, смотри, тут, блин, уже, мне кажется... И не пролезть, да. Да, нам осталось, ребята, 3 карты, так, погнали. Давай. А, ну тут как-то это, вот он, это не он. Да, вот посередине, да, тоже? Да. Тут тоже кофточку сразу бросилась в глаза мне. Так, там юбочка. Ну да, да, снизу там. А, вот он. А, нет, не он. Реально? Не он. Не он, это, получается, девушка какая-то. Помнишь, как тогда у нас была? Ага. А, вот он. Смотри, уже? Да, смотри, где стол, видишь, сапоги стоят какие-то. И вот он на углу, получается. А, натуре, вот он, да. Пойдем. Но тут как-то не очень пока сложно было. Ну, здесь пока да. Так смотри, что, ну, не... тут реально уже чуть-чуть осталось-то, ребята. Мне интересно, что впереди нас ожидает, ребята, вот за этой стенкой, потому что мы вообще, ну, то есть впервые запускаем эту карту. Так, все, погнали дальше. Пойдем. Так, ух, ё-моё. Вот это, да? Так, какой-то замок, какие-то здесь рыцарские бои. И... Блин, жесть. Ну-ка. Блин, я не знаю, я пока... Я тоже. А ты попробуй... Блин, нет. Ну, здесь, кстати, мне кажется, вроде будет полегче найти, потому что здесь такие краски, которые прям... Ну да, он должен выделяться среди них. Должен реально тут выделяться, мне кажется. А прикинь, он в каком-нибудь этом в рыцарском, ну, костюме одет. Заспех какой-нибудь, я не знаю. И с тростью где-нибудь стоит, прикинь. Кстати, возможно, давай посмотрим. Вот, но я сейчас буду внимательно смотреть. Так, вообще, что за лол? В идее, тут такие краски как бы добавлены, где он должен... Смотри, это не он, вот иди ко мне. А, видишь, сидит король, и как бы вот сзади него палатка, и вот на крыше палатки, получается, справа чуть-чуть черный такой шапки. Не он? Не, я тоже такого заметил, чувака, вон там, смотри, вот... А ниже, смотри. Тоже где король, и справа чуть-чуть, вот там, где копье у чувака в руке, не, тоже не он. Офигеть. Нет. Блин, а вот тут уже сложнее, ребята, тут уже все, приехали. Жесть. Он в очках все время ходит, вот еще же одна подсказка. Точно, да, очки у него. Блин. А вдруг он реально рыцарь в очках? А? Так это вообще жесть. Может, он где-то висит вон на цепях там, нет? Я вот тоже думаю, может быть, где-то он здесь. Жесть. Вот это сложно, хотя вот вроде на первый взгляд не очень, да? Да. Но сложно. Блин, жесть, ребята, я чувствую, что... Не, ну вы реально пишите в комментариях, сколько раз мы уже его пропустили, как бы, да, потому что мне кажется, что реально мы его уже столько раз пропустили, это серьезно. Так, нет, не он, или... Это или... снизу, да, вот, нет, где он? Нет, вот на стенке, да блин, они в масках какие-то вообще тут есть такие, знаешь. Ага. Блин, жесть, офигеть. Так, приехали, ребята, да? Приплыли, блин. Вот это жестко. А реально, а где его искать-то я? Это просто попа. Ну. Мне кажется, нам нужно брать ориентир как бы на очки. То есть искать солдата в очках здесь. А думаешь, он солдат, да? Ну я не знаю. Погоди, смотри, иди ко мне. Вот, видишь, такая деревянная, получается, постройка. И вот на крыше справа, это он?
Точно, в очках должен быть он. Только так, голова где? Торчит. Где? Вот где? Видишь, летит камень. Камень летит в чуваков. Да. И сверху. Вот. Да, блин, да ладно! Только очки торчат. Просто вот, братан, хорош. Просто реально хорош. Жесть. Так, опять не туда. О, все, можно пройти. А, нет. А вот фигушки. Давай, все, в последнюю карту заходим. Так, смотрим. Ой-ой-ой. Прикинь, сейчас тоже какая-нибудь голова торчать только будет, и все. Я вот искал, получается, тело и все такое, а там только голова была. Жесть, вот тяжело. Блин, ребят, это реально сложно. Я не знаю, как ты разглядел ту голову тогда, я чувствую, ты столько раз мимо нее просто пробежал. Я просто в прицеле, получается, ввел, смотрю, что такое, бац, голова. Это, ребята, у нас, понимаете, карта на внимательность, скажем так. Вот, развиваем логику мышления. Угу. Я внимательно стою. Офигеть. Ну, слушай, тут вообще сложно. Тут еще сложнее, мне кажется, будет. Да, по-любому. Вот здесь столько мелких деталей, что просто жесть. Да, реально. Это будет очень сложно найти, мне кажется. Да. Так. Где же он может быть, ребятки? То где? Где? Так, давай. Блин, я смотрю просто в оба, реально. Я тоже что... везде вот. Офигеть. Блин, так это вообще. Это очень сложно. Так. Где-то он здесь прячется, ребята, где-то вот, вот мне прям кажется, что где-то здесь вот он... Ну где-то точно. Где-то блин, точно где-то... есть. Так это вообще очень сложно. Очень-очень сложно. Мне вот реально, когда если мы его найдем здесь, как бы, да, это будет очень прикольно, знаешь, когда он будет торчать просто, получается, и это... Как голова вот в прошлой карте. Это будет жить тоже сложно очень так его найти. О, братан! Нашел! Воу, просто смотри, короче, левый нижний угол. А, там, где судья. А, вижу, хорош. Вижу. Погнали, блин, отлично. Блин, что-то туда навожусь, короче, и нашел. Так, что, погнали, посмотрим, что у нас там открылось такое. А, вот, он как бы и... Типа, все, мы его нашли, это все? А, мы его, типа, посадили в тюрьму, он же, типа, криминал, и мы его, типа, посадили. А, точно. Ну что, ребята, мы прошли эту карту, надеюсь, она вам понравилась. Вот, ну, она, скажем, такая необычная для CSGO, потому что обычно там, знаете, всякие перестрелки, всякая там защита, оборона. Сегодня мы просто вот так вот искали Оли на вот этих, как бы, иллюстрациях, вот. Но это было сложно, потому что, как бы, сразу ты не заметишь его. Вот, но мы все-таки справились с этой задачей, ребята. Вот, постараемся оставить ссылочку на эту карту, чтобы вы тоже могли поиграть и найти Оли. Вот, ну а на этом мы с вами прощаемся. С вами были как-то Кофи и Овер. Всем пока-пока. Всем пока, ребят.